Российские пловцы установили 14 рекордов на прошедшем олимпийском чемпионате страны. На их счету 10 российских, 2 европейских и 2 мировых рекорда. Юлия Ефимова установила рекорд России на дистанции 200 метров брасом, Европы на 100-метровке, а рекорд мира на 50 метрах. Никогда в этом бассейне наши женщины и в советские времена не устанавливали мировых рекордов. Мы имеем 2 мировых рекорда, европейский рекорд. Сколько просто чувства переполняет.